Вы знаете, обязательно нужна ревизия, так как во времена Ельцина было огромное количество введено законов в удобство олигархов, которые ими пользовались. Сегодня огромное должно быть изменение во многих законах и вернуться к лучшим, как бы, законам, которые были при советской власти, и добавить те законы, которые сегодня необходимы для нашей страны. Поэтому обязательно должна быть ревизия, и это нужно, полезно и необходимо.